Новосибирский экстремал Александр Орлов открыл сезон виндсерфинга под снегом в ледяной воде. В начале мая в Новосибирске неожиданно похолодало, температура воздуха опустилась до 0 градусов. Однако Александр решил, что это не повод откладывать начало сезона. На берегу Обского моря пока еще лежит лед, по нему пришлось босиком добираться до воды в одних шортах. Вдобавок в этот день был еще и порывистый ветер. По словам Александра Орлова, иногда для нужного крена паруса приходилось почти ложиться на воду. Вернувшись на сушу, экстремал признался, что за мерз и не чувствует ног. Полностью отогреться смог только через пару часов.